Августовская конференция работников образования и науки, посвященная году педагога и наставника, прошла в Елабужском институте Казанского федерального университета. Основным тезисом проектной сессии стало следующее. Мир меняется необратимо с разных точек зрения, и если подождать, то его изменят без нас. Проектная сессия была посвящена обсуждению проблемных вопросов системы образования Елабужского района. Мероприятие открыла директор Елабужского института Елена Мирзон. Здесь, в нашем институте, я вас приветствую еще и потому, что в зале сидят очень много выпускников этого учебного заведения, и этот год для нас очень знаменательный. 125 лет со дня основания учебного заведения. Во время проектной сессии приглашенные гости выступили с докладами, посвященными новому плану образовательной деятельности. Так, например, генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко рассказала о том, что учитель – это главный человек в жизни ребенка. Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Татарстан рассказала, что может дать каждый из учителей школьникам. Важным вопросом формирования личности является то, насколько каждый из нас меняет себя. Формируют свою личность, передающую знания молодому поколению. Мы собираем активных учителей, директоров на базе нашего института и используем эту площадку для обмена мнениями, для постановки задач на будущий год, для какого-то диалога с учителями, изучения проблем и так далее. Разработанные программы станут основой для дорожной карты совместной деятельности кафедр Института КФУ и методических объединений учителей города. Напомним, что студент Елабужского института Казанского федерального университета Шамиль Магдеев стал финалистом конкурса «Будущий учитель года». Алия Рысаева, Аделина Абдрахманова, Айдар Нурмиев, Универньюз.